нестабильной эпидемиологической обстановке традиционную встречу предпринимателей с местной прокуратурой проводят в режиме видеоконференции. Добрый день. Вопросы предпринимателей касались безопасного ведения бизнеса, а также внеплановых проверок со стороны надзорных органов. Обратиться в органы прокуратуры городского округа может каждый предприниматель. Для этого есть специальная горячая линия. В Химкинской городской прокуратуре организована горячая линия по приему жалоб от субъектов предпринимательской деятельности. Данные обращения в оперативном порядке отрабатываются. Принимаются законные меры. Подобные встречи химкинские бизнесмены и представители надзорных органов проводят ежемесячно в соответствии с графиком, утвержденным руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей по Московской области Андреем Центнеровым.